Амичка родила ребенка в 13 лет. В прошлом году она стала самой юной роженицей Омска, а вот самой зрелой – женщина 50 лет. Такие данные привели в управление ЗАГС Омской области. Кстати, становиться мамами амички не торопятся. В прошлом году молодых матерей до 25 лет было всего 20%, а средний возраст рожениц вырос до 29 лет. Кстати, все больше амичек рожают первого ребенка и в 40 лет, таких в Омске больше 30%. Всего за прошлый год в Омске родилось 26 тысяч детей, и чаще всего им давали классические имена. В приоритете Артем и София сохранилась, впрочем, мода на старинные и редкие. Так, одна пара назвала дочь Ранеткой, а еще одной малышке выбрали имя Весна.